Первый день выставки Mopic Russia 2020 с вами retail.ru. У нас в гостях Евгений. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как вы пережили минувшие полгода, как сильно коронавирус ударил по вашему роду деятельности? Какие меры были приняты для поддержки бизнеса? Ну, сразу скажу, что было тяжело. Однако модель Dodo Pizza достаточно удачно себя показала. Вот эту нагрузку мы достойно, я считаю, выдержали. Модель доставка и ресторан, она оправдала себя. Хотя, конечно, могут к нам относиться по-разному наши коллеги из настоящих ресторанов. Но доставочка выручила, да. Мы, конечно, упали, даже к прошлому году заметно. Но сохранили все рабочие места. Все ребята работают, кто был до начала короны. Качество мы не уронили. Возили все в перчатках, в масках, дистанционные передачи, литры антисептика. Это было, конечно, тяжело, но мы справились. Вот так, уважаемые зрители, я считаю, нужно смотреть трудностям в глаза. Я желаю вам успеха, спасибо за ваш ответ. С вами retail.ru, не переключайтесь.